Москва. Дом Вавилова Николая Степановича. Январь 2020 года. Сергей скользнул взглядом по мундиру с полковничьими погонами, висящему на стене. Комната из прошлого. Шары на спинке металлической кровати. Раритетный буфет с граненными стеклами в дверцах, на подоконниках, пыльные встопорщенные кактусы. Много черно-белых фотографий на стенах, книги с истертыми корешками в шкафу, вязаная скатерть, покрывшая круглый старомодный стол. Здесь люди жили в полную силу. Читали книги, рожали и растили детей, писали открытки и письма, торчащие из распухших альбомов. Но сейчас остался один старик, похожий на старого грифа. На его худой, тонкой шее дрожал пустой мешочек морщинистой кожи, и красные веки без ресниц смотрели тускло, равнодушно. Сергей включил диктофон, придвинул поближе к Николаю Степановичу, который мешал сахар в чае, сжав ложечку узловатыми пальцами. Стакан, разумеется, был в подстаканнике с алюминиевыми пятиконечными звездами. «Николай Степанович, расскажите, что вы видели в 1955 году в Куйбышеве. Это все правда?» «Неправда», — скрипуче бросил старик, и репортер сник. Он, в общем-то, ни на секунду не верил в легенду о состоянии Зои, но надеялся, что старикашка хотя бы приврет для красного словца. «Совсем неправда?» — уныло спросил он. «Не было никакой окаменевшей девушки?» «Девушка была!» — сказал Николай Степанович. «Только она вовсе не окаменела. Хотя сплетни ходили, ой, дай Боже!» «Расскажите, пожалуйста, о сплетнях. Ну, как официальную версию». «Слухи такие были. В январе 1956 года в доме Клавдии Болонкиной на улице Чкалова собралась молодежь. Ну, выпили, граммофон завели. Одна девушка, Зоя Корноухова, расстроилась, что на вечеринку ее парень не пришел, ну, который ей нравился. И когда начались танцы, сказала, что нашла, мол, себе партнера. Сняла с красного угла икону с лицом Николая Чудотворца и принялась с ней в обнимку плясать. И тут же покарал ее Господь. Раздался гром, сверкнула молния. Зоя встала, как вкопанная, и не смогли ни икону из рук вынуть, ни уложить ее хотя бы на кровать, и будто простояла 128 дней до самой Пасхи, после чего и скончалась». Вот этот вот анекдот до сих пор ему солят. А вас как коснулась эта история? Я тогда служил в конной милиции и был одним из конвойных, кто охранял дом Болонкиной. Зевак не пускал. Старик закашлялся. И вы все видели своими глазами? Видел. И вся легенда неправда. Неправда. Правда в этой истории только одна. Зою действительно не смогли стронуть с места. Так она все-таки застыла? Старик кивнул, осторожно надкусил вставными челюстями сушку и зашлепал морщинистыми губами. Так что это было? Просто кататонический ступор? Паралич? Она взяла икону и ее мгновенно парализовала? «А с чего вы взяли, что Зоя взяла именно икону?» Посмотрел поверх стакана Николай Степанович. «Ну, очевидцы так говорили. Что еще можно взять с иконостаса?» «Что-то она точно оттуда взяла. Но вот была ли эта икона? Большой вопрос. Зоя крепко прижимала доску к животу лицевой стороной. Изображение просто не было видно. Сейчас уже эта история врагами обросла.
Болтали, что иглы ее кожу ломали. Старик издал странный звук, что-то среднее между кашлем и смехом. А они не ломались? Нет. Инъекции ей медики много делала. Она ведь не ела, не пила. Глюкозу кололи, что-то еще не знаю. Я не специалист. Санитарочка ходила, обмывала ее, выносила за ней нечистоты. Так что не такая уж она и каменная была. Куйбышев, январь 1956 года. Нина покрутилась перед большим зеркалом в деревянной резной раме, поправила бант на груди. Неплохо вроде вышло. Лариска хорошо шьет. Коль! Ну, ты чего, не смотришь, что ли? Красиво, красиво. Быстро проговорил Николай, обернувшись к жене. Ты даже не смотрел. Все про Зою-то думаешь? Да хватит уже. Бабкины ж сказки. Николай выкинул папиросу в форточку, поправил занавеску. Парни своими глазами видели, кто в карауле был. Рассказывают, и правда застыла с иконой в руках. Ты комсомолец или старая кликуша? С досадой бросила Нина. Вот пойдешь сегодня в наряд, увидишь, что нет там ничего. Нам сегодня на политинформации рассказывали дикий случай. Вот в каком-то селе заболела девка, пятна по лицу пошли, в обмороки начала падать. Ну и была там одна бабка, древняя, сказала, что это все в нее бес там вселился, и посоветовала матери поить ее святой водой, мол, чем больше сразу выпьет, тем лучше. Та и влила в нее 5 литров водички, и девчонка померла от отека мозга. Вот до чего доводит дремучесть. «Так, ты что, мой домашний агитатор?» — улыбнулся Николай и подхватил Нину на руки. «Отпусти, медведь! Помнешь и сорвешь своими ручищами новое платье!» — отбивалась она хохоча. Перед тем, как заступить на ночное дежурство, Коля зашел к соседу Ивану Ивановичу. Иван Иванович, в свои 50, был необыкновенно говорлив и подвижен на низкой инвалидной тележке. Сосед никогда не терял присутствия духа, и даже когда жена, тайком собрав манатки, сбежала, Иван Иванович только крякнул: «Баба с возу, кобыле легче!» Коля только усмехнулся. Все знали, что жена Ивана Ивановича сбежала вовсе не из-за того, что соседу ампутировали обе ноги в полевом госпитале в далеком 43-м году, а потому что тот был тем еще ходоком по бабам, что и служило неизменным поводом для шуток на базаре, где Иван Иванович, разложив сапожницкий инструмент, чинил обувь желающим. Коля захватил ведро, набрал воды в колонке недалеко от дома и постучался к соседу. Иван Иванович ожидаемо рассердился. «Что за новости? Сам бы я прекрасно принес!» Немногословный Коля кивнул и перелил воду в небольшой бак в сенях. «Вот еще!» — промямлил он и протянул соседу кулек с лепешками, которые сунула ему Нина. «А вот за это спасибо!» — улыбнулся Иван Иванович. «Нинуля у тебя, эх, в соку девка и готовит вкусно!» В отделе Николай получил Макаров, оформил бумаги и отправился к дому Клавдии Болонкиной. На дежурство он заступил с нехорошим чувством и сам не мог понять, откуда исходило беспокойство. На улице толпился народ, зеваки висели на заборе, пытаясь что-то разглядеть в окна. На невысоком плотном сугробе стояли 2 чопорные старухи с недовольными лицами, держа большую икону в окладе из фольги. Постовых выставили во дворе Клавкиного дома, и Коле пришлось продираться через толпу. «А ну разойдитесь, дайте пройти!» Зеваки неохотно расступились, увидев милиционера в шинели. Он кивнул постовым, один из них, Митя Снегирев, лениво козырнул, шмыгнул красным носом, поднес подрагивающую папироску к губам. «Когда сменят-то?» – спросил Коля. «Да в задницу их!» – процедил Митя и движением плеча сдвинул автомат подальше за спину. «Через 2 часа, говорят. Не холодно, стойте!» «Ну так-то не холодно, когда жопой на печке. Чук караулим, сами не знаем». Николай зашел на крылечко, постучал и, не дожидаясь ответа, вошел. В сенях он чуть не столкнулся с невысоким седым мужчиной в поповской рясе, который не успел закрыть за собой дверь в горницу. И Коля увидел неподвижно стоящую девушку с задранной юбкой и женщину в белой косынке, отирающую ее бедро губкой. Он покраснел и отвел глаза,
и седой мужчина торопливо захлопнул дверь. «Постовой Вавилов», — представился Коля. «Меня стеречь пришли», — улыбнулся священник. «Отец Серафим». Он протянул руку, и милиционер вяло ее пожал. «Там гигиенические процедуры. У девушки, оказывается, естественные отправления пока сохраняются. Вы знали?» «Нет, я ее не видел ни разу еще. Честно говоря, я был уверен, что...» Он засмеялся, и Серафим кивнул. «Да я и сам думал, что это все слухи. Народец, знаете ли, необыкновенно суеверен». Священника прислали из московской епархии, когда до столицы докатились слухи о Зое. В райисполкоме Куйбышева не особо этому обрадовались, но указание впустить попа пришло сверху, поэтому недовольные тихо пыхтели в кулак. На всякий случай приходить ему велели ночью, чтобы не смущать народ, а для надзора над священником выделили постового исконной милиции. Скрипнула дверь, и в щели показалось неподвижное лицо санитарки с отвислыми мешочками кожи под глазами. «Я закончила, можете войти». Коля, оставляя грязные следы на полу, переступил через порог и остановился. Посередине самой обычной горницы деревенского дома стояла девушка. Некрасивая, тяжелый нависший лоб, крупный нос, щекастое простое лицо. Хороши были только глаза. Серые, большие, слегка на выкате. В нарядном платье со сборчатыми рукавами, с большим воланом на юбке, она невидяще смотрела в пространство, прижимая к животу толстую доску без рамы. Мятый подол цвел мокрыми пятнами. Санитарка была не особенно аккуратна. Коля почувствовал, как ползет озноб по мгновенно взмокшей спине. Грудь Зои тихо вздымалась, трепетал пушистый русый завиток около уха, но все равно неподвижность ее была абсолютной и пугающей. Остекленевшие глаза, неудобная поза с приподнятой пяткой левой ноги, застывшие веки. Она напоминала муху в янтаре. Когда санитарка ушла, собрав свой чемоданчик, Коля снял шинель и пристроился на лавке около окна, подальше от неживого Зоиного взгляда. Серафим положил на стол толстую потрепанную книгу в лоснящемся кожаном переплете и спросил. «Чего ж ваше начальство боится, что стражу не только снаружи, а и в доме выставили? Моему начальству вообще наплевать на это все. А вот в райисполкоме боятся, что вы тут фотографии наделаете и будете потом агитировать за Бога». «Так фото можно в любом месте с любой девушкой сделать», — улыбнулся Серафим. «Вот и я так думаю», — кинул Коля, ерзая на жесткой лавке. «А чего вы тут делать собираетесь?» «Разобраться хочу, что происходит». «Ну так окаменело. Говорят, с иконой танцевала, и Бог ее покарал. Или вы так не думаете?» «Говорят», — кивнул Серафим. «Много что говорят. Вот и я хочу понять, чудо тут божье или что иное?» «Ну, разбирайтесь», — бросил милиционер, прислонившись к стене и прикрыв глаза. Священник принялся неразборчиво читать молитву, а Коля пытался не заснуть, чувствуя, как плавится и плывет сознание от быстрого тихого речитатива. Иногда он просыпался, открывал глаза, видел стоящую спиной девушку и несколько секунд не мог вспомнить, кто она такая и зачем он здесь. Он пытался стряхнуть сонную одурь, но снова обмякал на лавке, краешком сознания ощущая, как впивается в ляжку ребро сиденья. А проснулся от резкого звука. Серафим захлопнул книгу, тяжело опустился на стул и потер рукой лоб. «Не могу читать. Тяжко. Тоже засыпаете?» Коля встряхнулся, как собака, и выпрямился. «Да нет, тошно как-то. Через силу читаю. Ну и поспите?» Николай кивнул на кровать, застеленную покрывалом. «Мне по службе нельзя, а вы-то чего?» «Нет сна ни в одном глазу». Серафим подпер щеку рукой и принялся неслышно читать из книги, еле шевеля губами. Коля сжал кулаки, впиваясь ногтями в мякоть ладони, чтобы согнать сон. За окнами падал мягкий снег, и постовой Митя жевал неизменную папиросу, ежись и подпрыгивая. Мягкую тишину и сонную Колину одурь
разорвал густой внутренний стон, похожий на рычание. Серафим подпрыгнул на столе, а Коля замер на своей скамейке, чувствуя, как холодеет спина. «Это она?» — выдавил он и кивнул на живую статую. «Кажется», — громким шепотом произнес Серафим. Он подошел к Зое, смотрелся в застывшее лицо. В тот же момент снова послышался рвущий душу звук, и уже было очевидно, что шел он из приоткрытых неподвижных губ девушки. Звуки толчками вырывались из Зоиного горла, но ни один мускул на ее лице не дрогнул, а глаза оставались стеклянными. «Просто стонет!» — кинул Коля, который к Зое подойти боялся. «Нет же, это слова!» Зоя выла. «Кажется, она говорит, тяжело держать, не могу!» Прошептал Николай. Стоны стихли так же резко, как и начались, а Зоя снова держала свою ношу в полной тишине и неподвижности. Коля чувствовал, как колотится сердце, и толчками выдыхал воздух. Рано утром пришла прежняя санитарка, а с ней румяный и чем-то довольный секретарь райисполкома Картузов. «Как дела, товарищи?» — звонко спросил он, сбивая снег с ботинок. «Происшествий не было?» «Нет», — ответил Коля. Не рассказывать же ей Богу про эти стоны. Да и не слышал он никаких слов, черт его знает, что там Серафиму привиделось. Папа из избы выпроводили, но он твердо сказал, что вернется следующей ночью. Картузов закатил глаза, но сделать ничего не мог. Разрешение священнику дали официально. Жене про Зою Коля рассказал скупо. Да, стоит, двинуться не может, икону к груди прижимает. Нина недовольно подняла брови. Она была уверена, что никакой окаменевшей девушки в доме Болонкиной нет. «Может, болезнь какая-то? Паралич?» — хмыкнула она. «Скорее всего», — с готовностью кивнул Николай, хотя... Никакой паралич не объяснял того, что Зою не могли оторвать от пола. Радио пело голосом Марка Бернеса о темной ночи. Нина, которой нужно было на завод ко второй смене, ставила сковородку с ворчащей яичницей на стол. «Голодный поди, какая все ж дикость! Устроили катавасию с больной девушкой. Папа еще притащили, вот средневековье. Врача к ней хоть вызывали?» «Да, Картузов сказал, сегодня какие-то светила из Свердловска приедут. Местные не так хороши». Нина нарезала хлеб, подвинула к нему блюдце с тонко нарезанным салом, погладила его по голове. «Ну, ешь и ложись, мне уходить скоро». Коля ел горячую яичницу, слушал Бернеса, голос которого доносился до него как через вату, и чувствовал, как пульсирует кровь в ушах. Лицо Нины на секунду застыло, замерцало, и тут же Коля вскочил, опрокинув стул, и бросился вон из дома. На крыльце перегнулся через перила, и его бурно стошнило только что съеденной яичницей. «Ты что? Что с тобой?» Испуганно воскликнула сзади Нина, и несся бархатный голос из радиоприемника. И тревожная пролегла между нами. На следующее дежурство Коля отправился, тяжело загребая сапогами. При одной мысли о неподвижных Зойных глазах его охватывало мутное тяжелое чувство. К дому он подошел вместе с отцом Серафимом, которого без представителей власти больше внутрь не пускали. Тот невесело улыбнулся Коле, выдохнул в темноту морозный порог. «Ну что, милиция,
готова к ночному бдению?» Коля неразборчиво буркнул, пожал священнику руку и решительно направился в избу. Там было жарко натоплено, и санитарка указала на чайник. «Только погрело. Чаю попейте, пока горячий». Серафим налил стакан, вынул кулек с ушками, предложил Коле. Тот поморщился. «Не хочу. Вы сюда с ушки, что ли, есть пришли?» Священник с удовольствием отхлебнул чай и спокойно сказал. «А что с ушки? С ушки делу не помеха». «Зачем вы вообще ходите? Видите же, что ничем помочь не можете». «Чтоб помочь, нужно понять. А я пока ничего не понимаю». «Да что тут понимать? Все по вашим поповским сказкам. Наказал Боженька за богохульство. Вы должны быть довольны». «Да мало ли было этого богохульства. Сколько церквей порушили, никто не окаменел», — воскликнул Серафим. «А за одну икону такое? Кто ж вашего бога разберет?» — усмехнулся Коля. Из сеней послышался стук, Коля вскочил и направился к входной двери. «Это я, Митя!» — раздался голос постового. «Дайте горяченького хлебнуть, замерз как собака!» Коля взялся за засов, но подскочивший священник отвел его руку и одними губами прошептал: «Погоди открывать!» «Да вы чего?» «Погоди!» — сердито прошептал Серафим. Массивным наперстным крестом он перекрестил дверь. Постовой недовольно сказал: «Ну что вы там? Отворяйте, руку уже не чувствую». Коля оттолкнул священника, снова взялся за засов, но тут же застыл, словно парализованный. Потому что из-за двери послышалось: «Митенька замерз, холодно тут, холодно, Митеньке». Голос был постового Дмитрия, но звучал дурашливо, глумливо. «Погреться бы у вас, руки погреть, Митя, пустите меня!» Дверь содрогнулась от сильного удара, и Серафим оттолкнул Колю, заслонил его собой. «Это не постовой, не вздумай пускать!» «Митяй, дурак ты, и шутки у тебя дурацкие!» В ответ снова бахнуло, кто-то тихо рассмеялся. «Иди глянь в окно в горнице», – прошептал Серафим. «Зачем?» – округлил глаза Коля. «Иди», – сказал. Коля шагнул в комнату, отодвинул занавеси и глянул на двор. Там, ежась от снега и ветра, курил постовой Митя. Буханье в дверь продолжалось. Коля бросился в сени и возбужденно прошептал: «Там, там!» «Дмитрий», — скорее утвердительно, чем вопросительно, — сказал священник. «А это тогда кто?» — кивнул на дверь Коля. «Как Митяй пропустил, почему не слышит?» В щель снова глумливо кинули. «Она устала, устала, Зоенька, скоро выпустит!» Послышался скрип снега. От двери удалялись. «Так я и знал!» — воскликнул Серафим. «Что? Что?» «То-то я сомневался, что Божье дело тут творится. Когда с Богом-то легко все, светло, не страшно, а тут посидеешь!» Священник кивнул на неподвижную девушку. «Да можете вы объяснить, что тут творится?» Священник подошел к Зое и ткнул в доску. «А ну-ка, иди глянь на эту икону!» «Да не пойду я никуда!» – проворчал Коля со своей лавки. Зою он боялся. «Боишься, что ли?» – хмыкнул Серафим. «Да иди, не укусит она тебя!» Николай неохотно приблизился к девушке, стараясь, впрочем, не подходить вплотную. «Вот, смотри!» – священник указал пальцем на пару буквок на исподе доски. «Видишь? Ну, буквы какие-то!» «Буквы», — передразнил Серафим. «Это явно подпись. Видишь, инициалы и какая-то фамилия сокращенная». «Ну и что?» «А то! Иконы не подписывают, это картина!» «Ну и что из этого? А эту кто подписал?» «Я не думаю, что это икона. По крайней мере, точно не православная икона и не изображение Николая Чудотворца». Серафим подошел к иконостасу, отодвинул белую полотняную шторку. «Глянь, пылище тут куча». Коля привстал на цыпочках, посмотрел на полочку, где стояло два небольших образа. Посередине в пыли была полоса. Очевидно, именно отсюда Зоя сняла икону.
но она не совпадала с шириной доски, которую Зоя держала в руках. Снятая икона явно была меньше. След не совпадает? То-то и оно. Да ерунда какая-то. Серафим пожевал губу и сказал: надо еще раз расспросить тех, кто кутил в доме Клавдии. Кто-то из них врет. Поможете мне? Люди, когда видят милицейские погоны, как-то сговорчивее, да и не местные. Вас скорее послушают. Коля высоко поднял бровь и не сказал ни нет, ни да. Нине он ничего не рассказал про то, что происходит в доме Балонкиной, и на все вопросы жены отвечал уклончиво. Однажды ночью в своей отсыпной он проснулся от знакомого тошного чувства. Его слегка мутило, гулко стучало сердце, гоняя пульсирующую кровь к голове. Он тихо слез с кровати, стараясь не разбудить посапывающую Нину. Прошлепал босыми ногами на кухню, в одних семейниках сел на табуретку и, не включая света, закурил. За окном в крошечной амплитуде покачивался фонарь. Конус света чуть заметно колебался, падал резкий снег, а в Колиной голове прокручивались снова и снова фразы из песни Бернеса. Разделяет любимая. Коля помотал головой, отмахиваясь от надоевшей мелодии, глубоко затянулся. Это неподвижная девушка. Чертовщина в доме Балонкиной незаметно нарушили его мир. С самого детства он твердо знал, что нет ни бога, ни черта, ни ада, ни рая. Есть непоколебимый советский материализм, а смысл этой жизни — в самой жизни, в горячих темно-карих глазах Нины, ее приятно податливой мягкой груди под его ладонью, в грубых соленых шутках сослуживцев, в веселом матерке Ивана Ивановича, в холодном и свежем запахе воды из обледеневшей колонки. Но эта неподвижная девушка перечеркнула все. Наверное, можно было как-то по-научному объяснить ее паралич. Можно придумать объяснение и той ночи, когда кто-то ломился в дом Балонкина и говорил голосом постового Мити. Можно было объяснить тяжелое чувство и тошноту, но сам Коля чувствовал в этом всем что-то глубоко неправильное, противоположное и даже враждебное всему, чему он привык. Первая, к кому отправились Николай и Серафим, была Рая Телецкая. Маленькая комнатка в коммуналке густо пропахла духами и была увешана фотографиями актеров. В парадных, неестественных лицах Коля узнал Любовь Орлову и Георгия Юматова. Рая сильно волновалась, краснела и мяла в руках носовой платок. «Я не знаю ничего. Меня уже допрашивали. Я ничего не видела». «Что-то все-таки видели», — мягко сказал Серафим. «Почему Зоя полезла на иконостас? Правда, что хотела потанцевать с Николаем Угодником?» «Нет», — решительно ответила Рая. «Люди болтают, но она ничего такого не говорила». Коля и Серафим переглянулись. «Не говорила?» Напряженно переспросил священник. «Нет, она и не танцевала. Обиделась на Витальку. Нас мать его впустила, и все подумали, что это было странно. Он же нас позвал к себе к определенному времени, а сам пришел через несколько часов после того, как все уже гулять начали. Ну и Зоя обиделась. Она же с ним вроде как встречается». «А ты видела, как Зоя снимала икону?» Спросил Коля. «Нет, мы танцевали с Пашей, и я на Зою посмотрела уже после того, как девчонки визжать начали. Сначала думали, что она шутит, а когда понятно стало, я очень испугалась». «А правда, что был гром?» – подался вперед Серафим. «Нет, не было ни грома, ни молнии. Это уже Клавдия потом разнесла, но ее не было к тому времени дома. Она ушла к соседке и не могла ничего видеть». «А почему Виталий пришел позднее, если пригласил вас к определенному времени?» «Я не знаю, но помню, что Зоя очень злилась и постоянно смотрела в окно. Витальку высматривала». Серафим помолчал с минуту, подергал короткую седую бородку, внимательно посмотрел красной и перепуганной Раи в глаза. «Скажите, а что вы почувствовали там, в доме, когда Зоя окаменела?» Рая покусала нижнюю губу, подумала
наконец произнесла: «Знаете, я выпила там немного, и меня мутило. И накатывало так, знаете, к сердцу подступало, в ушах шумело. Но я подумала, что это от самогонки». «И это все началось после того, как Зоя окаменела?» Рая покачала головой. «Нет, намного раньше, когда пришел Виталий». Когда они вышли из дома Раи, Коля посмотрел сбоку на священника и нетерпеливо произнес: «Ну?» «Надо опросить еще кого-нибудь. Но то, что она сказала, уже интересно». «И что же в этом интересного?» «Вывод номер один. Доску Зоя все-таки сняла с иконостаса. Вывод номер два. На доске не Николай Угодник. Теперь я уверен». «Но Балонкина утверждала, что пропал Николай Угодник». «Он и пропал», — покивал Серафим. «Но Зоя держит точно не эту икону». «Я ничего не понимаю». «Я пока тоже не до конца», — задумчиво протянул Серафим. Они обошли еще двух девушек из числа гостей Балонкиной: Катю Еремину и Ольгу Вожеватову. Ольга не сказала ничего, только подтвердила, что Зоя действительно тянулась к иконостасу, это она видела своими глазами. А вот что она оттуда сняла, не знает. Ее в этот момент страстно прижимал к себе в танце Дима Стычкин. Катя же сказала, что вообще не видела, как Зоя снимала икону, и обратила на нее внимание только тогда, когда увидела, что та застыла неподвижно посередине горницы. Уходя, Серафим спросил Катю: «А вы знаете, почему Виталий пришел позднее, чем все остальные? Он же всех пригласил». «Он сказал, что его на работе задержали, вызвали в комсомольскую ячейку, что-то там по общественной работе». Павла Гудкова они подкараулили около ворот трамвайного депо, где тот трудился механиком. Увидев Колю в милицейской шинели, Павел весь подобрался и сделал неуверенный шаг назад, неловко прижав локоть к телогрейке. «Мы по поводу того вечера у Клавки Балонкиной», — быстро сказал Коля. Павел облегченно выдохнул и перевел взгляд на священника. «Да я не знаю ничего особо, только то, что все знают. Ну, взяла икону, да окаменела». «Почему Виталий пришел позже остальных? Он говорил?» — спросил Серафим. «Да он сразу сказал, что опоздает. Муж его сестры кровлю там латал, просил подсобить». «Ладно, это все. А то, что из депо вынес, верни», — бросил Николай. Павел повесил голову и все так же, неловко прижимая локоть к боку, двинулся обратно к воротам. «Показания расходятся. Кому-то Виталий сказал про ячейку, а кому-то про крышу и сестру». «То-то и оно», — протянул священник. «Надо идти к Виталию. Он знает явно больше остальных». Виталия нашли у тетки. Они с матерью переселились к родственнице на время, пока не решится с окаменевшей Зоей. Заметно пьяный, он сидел за столом в горнице и курил папиросу за папиросой. В консервной жестянке копилась гора окурков, дымный воздух двигался пластами. «Что празднуешь? Или, может, горюешь?» «О, милиция!» — развязно произнес Виталий и откинулся на стуле. «Здравия желаю! Который день пьет?» — тихо прошелестала тетка из-за угла. Она подшивала разноцветные кусочки к лоскутному одеялу. «Угомонили бы его!» «Жалуются вот на тебя, гражданин Балонкин». Коля повернул стул спинкой вперед и подсел к столу. «Тетка, да она так! Мы с теткой Любой в полном согласии живем». Виталий затушил папиросу в жестянке. «Ну че пришел-то?» «Мы хотели бы у вас узнать...» Начал было Серафим, но тот фыркнул и, глядя на него, глумливо сказал: «У нас они узнать хотят». Коля обернулся к тетке. «Гражданочка, выйдите, пожалуйста, ненадолго». Когда за ней закрылась дверь, священник растерянно помолчал, потер бородку, продолжил: «Почему вы пришли позже остальных? Вы же сами позвали гостей к определенному времени. Почему вас не было?» «Да я свояку крышу помогал чинить. Не думал, что там так надолго», — хмуро ответил Виталий, глядя в стол. «А девушки, которые были в гостях, говорили, что тебя в комсомольскую ячейку зачем-то позвали. Мол, ты им лично это сказал». «Путают они что-то. Я крышу чинил». Николай неторопливо встал со стула, подошел вплотную к Виталию и резким сильным движением взял его за горло. Приподнял, впечатал в стену и придушенно прошептал: «Где
ты, сука, был?» Забегал, засуетился священник. «О, Господи, твоя воля! Николай, отпустите его, задушите же!» «Отпусти!» Прохрипел парень, царапая жилистые руки милиционера. «У сестры я был!» «Где ты был?» Взревел Коля, костяшки его пальцев побелели. «Где ты был, падали кусок?» «А у Агнесы!» Жадно хватая воздух, наконец выдавил Виталий. Коля швырнул его на стул, снова присел рядом. «На 14-м проезде живет, жила!» «Любовь, что ли, твоя?» Разочарованно протянул Серафим. «Точно не любовь», твердо сказал Коля. «Я знаю ее, ну, как знаю, по слухам. Она не молода уж сильно, ей лет 80, наверное, скоро стукнет». «Не стукнет!» – проворчал Виталий. «Померла она. Генка, фальцовщик наш, предложил залезть в ее избу. Говорит, день назад похоронили, скоро дом отпечатают. А там и родня, может, какая приедет. Ну, мы и пошли. Полазили, не нашли ни хера. Шмоток немного, посуда, краски засохшие в баночках, кисти. Вот и все. Ну, барахло прихватили убогонькое. Ну, кто-то докупит. Пальто там, воротник молью поеденный». «Что ты приволок из барахла в Клавкин дом?» Подался вперед Коля. Виталий глубоко вдохнул, вынул новую папиросу. И вдруг его лицо плаксиво сморщилось. «Я не знаю, что это такое было. Доска. Спереди коричневая, как, ну, как будто от старости вся забурела. На базаре есть один, который старину покупает. Он еще когда говорил, что у некоторых старинных икон поверх состав какой-то. Он от времени темнеет, и не видно, что нарисовано. Но его могут снять там знающие люди, и там будет картинка». «И вы эту доску нашли в доме Агнессы?» – спросил Серафим. «Да, я нашел. Пол там у нее плох совсем был, половица под моей ногой треснула. Я смотрю, там тайник, что-то завернутое в кожаный футляр. Генка сказал, ему-то барахло за даром не нужно. И я подумал, может, древность какая, раз Агнесса ее хранила. Ну и взял». «И принес в дом матери?» «И принес. Я думал, это икона или что-то вроде того. Но она выглядела старой. Поставил прямо в футляре на мамкин иконостас, задвинул только на самый край. А Зоя увидела, решила, что я от нее что-то прячу. Она все ревновала меня, дура Стаиросова, и хитить ее. Я пошел с парнями дернуть, а она полезла, вынула эту доску и застыла». «А икона Николая Чудотворца, была она?» «Была. Я сам ее спрятал потом, когда стало понятно, что Зоя окаменела, и сам слух этот пустил. Мамке сказал, что она сняла икону с Николаем, мол, решила с ним как с парнем потанцевать. А уж матушка по всему городу-то и разнесла. Я не знаю, что это за доска. Просто мазня какая-то коричневая. Не видно ничего». Виталий обхватил голову руками и всхлипнул. Отец Серафим озадаченно смотрел на него, подергивая себя за бородку. «Ну и но!» – протянул он. Николай наклонился к парню и тихо сказал: «Никому не рассказывай про эту доску. Пусть все продолжают думать, что у Зои в руках Николай Чудотворец. Понял?» «Понял!» Коля с удовольствием вдохнул свежий холодный воздух. В доме тетки висело нестерпимое амбре из перегара и папиросного дыма. «Нужно осмотреть дом этой Агнессы», — произнес Серафим очевидное. «Нужно. А знаете, ее ведь за ведьму считали. Агнессу-то». «Да?» — с интересом спросил священник, семеня рядом. «А ну-ка, расскажите». «Да длинная история. В Куйбышеве многие про Агнессу знают. Ее отец был богатый промышленник, еврей выкрест. А Агнесса, мало того, что невеста с хорошим приданым, так еще и красавица, каких мало. Среди евреек часто такие бывают. Большие такие, черные глаза, длинные кудрявые волосы, фигура, дай Боже, и спереди, и сзади. От женихов отбоя не было. Да и набивались тоже все непростые. С деньгами, с титулами. Ну, капитал к капиталу. Отец все ждал, выбором не теснил ее, но она и выбрала. До такого, что отец сначала из дому выгнал, грозился наследство лишить. Вышла Агнесса замуж без отцовского благословения, как в романе, за сына учителя гимназии, у которого из имущества блоха в кармане да вошь на аркане. Но смазливый и не глупый был. Надул чего-то ей в душе, она и поплыла. Отец через какое-то время там остыл, махнул рукой, мол, черт с ним, с этим отпрыском учителюшки. Дочь-то единственная, и внуков хочется понянчить.
Зажили, купил он им дом хороший, голодранц этого в контору к себе пристроил. Забеременела Агнесса, но отец и успокоился. Все как у людей. А что зять бедный, так ничего, вон в конторе шустрит, в делах быстро разобрался, капиталы приумножит, а на ветер не пустит. Так бы и жили, припеваючи до самой Великой Октябрьской революции. Да только стала Агнесса замечать, что благоверный ее странно себя ведет. Говорит, в конторе засиделся, драгоценному тестю помогал. А от самого духами пахнет, да глаза масляно блестят. Но решила она за ним проследить, наняла шпика какого-то. И вот в назначенный день шлет он ей записку. «Мадам, мол, узрел вашего мужа, входящего в номера госпожи Вильон, где, как известно, встречаются такого рода парочки. Извольте ли самому войти в номер?» Агнесса подобрала юбки, да и кинулась в гостиницу, решила застукать муженька самолично. Когда распахнула дверь, картина ей представилась почти такая, какой она и боялась. Ее голый муженек на кровати с батистовым бельем, а с ним тощий молодчик с усишками-щеточкой. Агнесса не в лесу росла, я о мужеложцах слышала, но такого она, конечно, не ожидала. Грохнулась в обморок прямо на пороге, когда спешно приехал вызванный врач, то оказалось, что у мадам на юбке преогромное кровавое пятно. В общем, скинула она, а муженек сбежал, говорят, аж в Сибирь куда-то, так боялся гнева тестя. Ну и долго она не могла оправиться. Болела сильно, подурнела, красота поблекла. Про мужчины слышать не хотела. Нашла компаньонку себе, старую деву лет 50, и жила с ней целым выводком баллонок. Когда произошла революция, отец ее подался в Англию. Она вот ехать отказалась. Считала, что наша власть, крестьян и рабочих, ненадолго. А потом поздно стало. Особняк реквизировали. Она из Самары уехала в Петербург со своей компаньонкой. Может, затеряться хотела в большом городе, где ее никто не знал. Скрыть происхождение. Дальше ее приключения не знаю. Знаю только, что компаньонка ее сдала. Донос какой-то написала, что Агнесса – классово чуждый элемент. Потаскали ее на допросы, но интереса она большого не вызвала, отделалась испугом. Долго скиталась по знакомым, то там, то сям жила, и, наконец, скосил ее от такой жизни тиф. Попала в больницу, где лечил ее врач Егранцев Василий Викторович. Умный, интеллигентный, с таким обхождением, к какому она и привыкла. Но Агнесса и прониклась. Стали они жить вместе, притерлись. Агнесса пирогами на базаре торговала, он лечил. И вдруг, как вот гром с ясного неба, арест мужа. Оказалось, что зовут ее муженька вовсе не Василий Викторович, а Юзефович Роман Ильич. И служил он в войсковых соединениях атамана Аненкова, который лютовал при подавлении крестьянского выступления в Славгородском уезде. И свидетели против него нашлись. На допросах показали, что именно Юзефович лично расстрелял 15 человек крестьян, а жене одного из них проткнул живот штыком и подвесил за косу. Несколько часов мучилась. У Агнессы что-то в голове после того замкнуло, корежило ее, что с таким извергом, как с мужем, жила. Вернулась она в Самару, ну, то и бишь в Куйбышев уже. Перед Преображенской церковью встала на колени и при куче зевак поклялась, что жизнь положит, чтобы отомстить такому богу, который допускает это все и жизнь ее превратил в такой кошмар. Поселилась она у бабки Матрены, та вроде знахарка была, травами лечила. Агнессе дом ее потом и перешел. Устроилась в морг санитаркой и все книги какие-то там искала, да на кладбище как ворона торчала. Люди идут на погост родных проверять, а она там крутится и чего надо, непонятно. Не было у нее там родных похоронено. Ходит, мол, от могилы к могиле, что-то в землю сует. Ну и поползли слухи, что колдует она. Народ-то темный. Когда Коля закончил свой рассказ, они уже подошли к трамвайной остановке, и Серафим задумчиво протянул. «Да, непростая судьба. Мы непременно в ее дом наведаемся. Наверняка какие-то ответы там есть». Перед тем, как распрощаться, священник удержал его за рукав и сунул сложенный вдвое маленький лист в линейку. «Николай, я знаю, вы человек неверующий, но все же возьмите. Что-то нехорошее грядет, предчувствие у меня. А это молитва. Если что, читайте в качестве защиты». Коля помедлил, взял лист и сунул в карман шинели.